Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Гриль Мангал. И сегодня мы будем делать салат. Он, может быть, подойдет на Новый год. Давайте приступим. Для салата нам понадобится, ну, самое главное, куриное филе, сухарики, кукуруза консервированная, консервированные шампиньоны и морковка по-корейски. Ну и заправкой будет майонез. Итак, что мы делаем? Берем филе, у меня здесь две штуки, и вот прямо вот так вот рвем. Не режем, а рвем руками. Ну, тоже делаем мелко, не крупный. Потратили мы всего одно филе, получились вот такие вот рваные у нас кусочки. Далее берем, добавляем кукурузу. Добавляем консервированных шампиньон. Если шампиньоны будут большие, то их, конечно, лучше порезать пополам. Затем выкладываем морковку по-корейски. Я думаю, так будет достаточно. Посыпаем сухарики. У меня сухарики обычные, со вкусом чеснока. Все, я думаю, столько будет достаточно. И сверху мы все заливаем майонезом. Кто не ест майонез, можно залить йогуртом. И начинаем все это тщательно перемешивать. Если майонеза будет мало, можно еще добавить. Все, друзья, салат наш готов. На его приготовление понадобилось там не более 5 минут, если не считая варки филе. Очень быстрый и вкусный салат. Друзья, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на наш канал, делимся рецептом. Всем удачи, всем пока!